В Бодайбинском районе сегодня проходят масштабные раскопки. Недалеко от поселка Мамакан исследуется стоянка древнего человека. Возраст находок по самым скромным подсчетам оценивается в 200 тысяч лет. Для человечества этот далекий период стал переломным, ведь именно в каменный век начали появляться первые орудия труда. На побережье реки Витим уже обнаружены каменное оружие, приспособления для обработки шкур, кожи и дерева. И эта стоянка древнего человека была открыта еще в 1995 году. С тех пор каждое лето сюда приезжают археологи не только из нашего региона, но и со всего мира. Слой за слоем они снимают грунт, под которым обнаруживаются все новые, порой очень необычные вещи. Что еще интересно, ну это было характерно как для прошлогоднего слоя, так и для нынешнего. Значит, охра. Очень много охры лежит, причем в основании слоя. Охра – это красная краска, причем привыкли археологи думать о том, что охру используют в погребениях. Тут охра на стоянке. Ее как бы красноречиво много, что это делает эти комплексы уникальными на всю Сибирь.